Пашкевич, фронтові побратими. Эта песня у нас новая, это только премьерная песня. Но, вы знаете, я уже несколько, мы ее пели один раз, второй раз. Но я хочу эту песню посвятить нашему ветерану. Вот посреди меня стоит мужчина на костылях. 91 год, прошел войну, родители получили на него похоронку, а он живой и еще и ходит такой. Это